Sentyabrın 29-da sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 4-cü sammitinin yekunlarını və imzalanan sənədləri yüksək qiymətləndirdiyini vurğuladı. O, əksər məsələlərdə Xəzəryanı ölkələrin irəliyə doğru böyük addımlar atdıqlarını bildirdi. Rusiyanın Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və İranla ticarət dövriyyəsinin hazırda 33 milyard dollar olduğunu deyən prezident Vladimir Putin qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsi genişləndirilməsi üçün böyük potensial imkanların olduğunu bildirdi. O, Xəzəryanı ölkələrin investisiya qoyuluşunun genişləndirilməsi, böyük iqtisadi layihələrin reallaşdırılmasında da yaxşı imkanların olduğunu vurğuladı. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış etdi. Уважаемые президенты, уважаемые дамы и господа, в первую очередь хотел бы еще раз поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за организацию саммита, за гостеприимство, за ту атмосферу, которую вы создали в рамках обсуждения вопросов и в узком кругу, и в расширенном составе. На самом деле, сегодня мы провели очень эффективную работу, провели открытый, очень дружественный диалог по важным вопросам нашего будущего взаимодействия на Каспийском море. Владимир Владимирович уже отметил основные вопросы, которые мы сегодня обсуждали и которые мы решили. Не хочу повторяться. Хотел бы сказать, что я считаю, что главной основой наших успешных шагов является тесное взаимодействие, которое исторически сложилось между нашими народами. У Азербайджана со всеми прикаспийскими государствами существуют очень тесные, взаимовыгодные, дружественные, партнерские отношения. Наши народы связывают история, и большая ценность в том, что мы сумели сохранить, а сейчас уже и приумножаем традиции взаимодействия, взаимной поддержки и добрососедства. И годы, которые прошли с момента последнего саммита в Баку в 2010 году, который был проведен, они были потрачены с пользой для дела, потому что то, на что мы вышли сегодня, на те соглашения, это результат очень серьезной работы, я бы даже сказал, искренней работы, потому что если бы не была проявлена наша общая политическая воля, наверное, нам было бы трудно достигнуть того, чего мы достигли. А сегодня мы приняли решение, которое можно по некоторым направлениям рассматривать как значительный шаг вперед. И эти решения также придают нам еще больше уверенности в том, что мы решим все вопросы, связанные с нашим взаимодействием на Каспии. На разных этапах нашего взаимодействия существовали разные оценки того, насколько реально достичь консенсуса по урегулированию основополагающих вопросов нашего взаимодействия. Сегодняшние обсуждения и решения и документы, которые подписаны, думаю, для всех делают очевидным то, что при наличии политической воли мы можем решить все вопросы нашего взаимодействия. Залогом безопасности на Каспии является наше партнерство, как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате. Нам в Азербайджане также очень приятно, что наши соседи по Каспию также между собой являются добрыми партнерами. Мы всегда поддерживаем друг друга, активно взаимодействуем в международных организациях. И думаю, что вот эти позитивные тенденции должны и будут обязательно продолжаться. Потому что мы живем в этом регионе, Каспий – это наше общее богатство, мы его бережем, должны беречь еще лучше. И должны своими конкретными шагами, в том числе и инфраструктурными проектами, инвестициями, создавать новые возможности для наших стран. Преимущество наших стран не только в том, что мы дружим между собой и относимся друг к другу искренне. Наше преимущество еще в том, что мы экономически самодостаточное государство. В наших странах не существует серьезных финансовых проблем. Мы можем и вкладываем огромные инвестиции в инфраструктуру. Владимир Владимирович отметил необходимость дальнейшего развития транспортной инфраструктуры. Я в своем выступлении также подчеркнул, что делается в Азербайджане. Думаю, что на следующем этапе необходимо рассмотреть вопрос координации деятельности
наших транспортников, в том числе координации деятельности наших портов, создающихся и которые уже созданы, с тем, чтобы наладить бесперебойную транспортировку по всем направлениям. И по направлению север-юг, который является очень перспективным, и по направлению восток-запад. Азербайджан участвует в обеих проектах, и мы видим только выгоды и пользы от такого взаимодействия. Вопросы безопасности на Каспии, конечно же, требуют особого внимания, но должен сказать, что с учетом вот того уровня взаимодействия и доверия между нашими странами, каждая прикаспийская страна в то же самое время, обеспечивая свою безопасность, обеспечивает безопасность своего соседа. В заключение хотел бы сказать, что Азербайджан очень удовлетворен сегодняшними результатами, документами, договоренностями. Надеюсь, что на следующем саммите мы решим те вопросы, которые пока еще не решены, и будем успешно двигаться вперед. Еще раз благодарю за гостеприимство. Большое спасибо. İran Prezidenti Həsən Ruhani sammitin uğurla keçdiyini, mühüm sənədlərin imzalanması üçün Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının qətiyyətli siyasi iradə nümayiş etdirdiklərini söylədi. O, Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, İran və Türkmənistanın sağlam rəqabət əsasında iqtisadi və ticarət əlaqələrini möhkəmləndirmələri üçün münbit zəmin yarandığını əsaslandırdı. Bu baxımdan yüksək səviyyədə məsləhətləşmələrin, danışıqların öz bəhrəsini verdiyini və bu prosesin davam etdiriləcəyini vurğuladı. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Xəzərin dostluq və sıx əməkdaşlıq dənizinə çevrilməsi üçün Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 4-cü sammitində mühüm irəliləyişə nail olunduğunu bildirdi. O, nəqliyyat, dəmir yolu və digər sahələrdə birgə layihələrin reallaşdırılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı. Qazaxıstan Prezidenti Xəzəryanı ölkələrin azad ticarət zonasının yaradılması təklifini verdi. O, Xəzərin sülh, təhlükəsizlik və dostluq dənizinə çevrilməsi üçün bundan sonra da ardıcıl iş aparılacağını qeyd etdi. Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov sammitin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Rusiya tərəfinə minnətdarlığını bildirdi. O, Xəzərdə nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, burada regional logistika mərkəzinin yaradılması üçün əlverişli imkanların olduğunu diqqətə çatdırdı. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov energetika sahəsində istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli əməkdaşlığın da böyük perspektivə malik olduğunu dedi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin həmkarlarının dedikləri ilə tam şəriki olduğunu, Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 4-cü sammitinin yüksək səviyyədə keçirildiyini bir daha vurğuladı və bu istiqamətdə səylərin davam etdiriləcəyini bildirdi.